Считай, что это твое посвящение в Dead Secret. Готов к первому заданию. Ты должен обойти систему безопасности Bloom, пробраться в здание, найти, где хранится твой профиль сети ОС, и удалить его. Не знаю, что в этом досье, но это все херня. Меня это уже достало. Ну вот и сотри его. Мы следим за тобой. Не отставай. Thank you.
Зря тратишь время. Нет его. Ага. Так это он. У него пушка. Это плохо? На этот случай у вас есть я, так ведь? Засекай. Любопытно. Все. Вошел. Так быстро? И не говори, я не знаю. Без понятия. Не, давай без синонимов. Отвечай нормально. Я не очень люблю инопланетян или видеоигры. Это не просто инопланетяне. Ну ладно. У кого-нибудь еще проблемы с телефоном есть? Кто он? Он... Ретро. Хакер Home Domain Awareness? Этот ретро? Да. Мы же уже говорили. А, я прослушал. Thank you.
Change list in the log is 463675.
И что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился... Короче так, он давно висит на канале DeadSec и вроде надежный. Вот я и решила его потестить. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль CTOS почти невозможно. Хочу понять, он умный, упрямый или псих.
CTOS, он помечен как подозреваемый в деле о кибервзломе. Он сидел? Общественные работы. Не было улик. Сработали предиктивные алгоритмы CTOS. Но если ты в системе... То уже насовсем. Охренеть! Он это серьезно? Времени нет, запаска скоро врубится. Собрался в этот ад? Там внутри минимум градусов 120. А он непрост. Идет до конца. В системе. Продвинулся дальше всех. Это как найти коровий уровень. Thank you.
Что за... Почему такой уровень угрозы? Полная херня. Блин. Или можно... Оставлю тут лазейку, чтобы потом вернуться, если что. Сори, Блюм, у нас еще остались кое-какие дела. Выходит. Покой. Ага. Итан без сознания. К нам кто-то влез. Перекройте выходы и ищите. Там кто-то есть. В рассыпную ищем. Все чисто, идем дальше. Все чисто, идем дальше. Тебе же хуже будет. Так, ребята, у нас нарушитель.
Мать, помогите! Замечен Дэдсек, пришлите подкрепление! Тут оставаться нельзя! Подкрепление! Срочно! Твою мать! Ищите! А ну стоять! Спасай. Куда идти-то? Жилаш, сейчас. Сраный Блюм!
В 2013-м в Чикаго удалось внедрить CTOS, охватывающую весь город систему, призванную обеспечить безопасность и оптимизировать работу городской инфраструктуры. При помощи пары сотен строк кода хакеры загрузили вирус в центральные серверы и парализовали систему. Многие считали, что развитие умных городов на этом закончится. Напрасно. При поддержке специалистов Кремниевой долины на территории США появилась новая система CTOS 2.0. К единой сети подключено более 6 миллиардов устройств, собирающих информацию о нашей жизни и призванных сделать ее проще и безопаснее. Сеть проникает повсюду. Но что это значит? От большого брата теперь не скрыться. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В любой момент кто-то может перехватить контроль над вашим автомобилем или смартфоном. Вам кажется, что на вас это никак не отразится, но знайте, ваша цифровая тень уже в зоне риска. Страховщики изучают ваш образ жизни, чтобы определить условия страхования. Медучреждения вычисляют год вашей смерти, чтобы понять, стоит ли вас лечить. Изучая ваши действия в сети, специалисты внушают вам, чему верить и за кого голосовать. Ценность вашей жизни измеряется в байтах. Таков новый порядок. Выйти из системы невозможно. Но есть те, кто готов защищать свободу до последнего. Активисты, разоблачители, хакеры — серьезная проблема для новой элиты. Кто они? Угроза или наш последний шанс отстоять свободу? Шанс отстоять свободу. Ну? Я с вами? Да, ты в Дедсек. Я Ситара, а этот зайчик Джош, он же Соус Чили. Ю, так это был ты? Чел, с общагой круто, профи. Спасибо. Этот псих Рэнч. Нужды большинства. А этот Казанова Гораций. Привет, брат. Привет, чел. Это все, да? Долго же вы меня искали, блин. Вы сами видели, Блюм. CTOS — это не просто управление инфраструктурой. Они насобирали такое количество личных данных, это просто отвал башки. Да. Большой брат и маленький брат буквально два в одном. А? Она все видит и стучит на тебя. Спасибо, Джош. И что нам делать? Кувалды и огонь. Нет, горящие кувалды. Разлив. Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем, вам было досрочно отказано в кредитной карточке. Судя на дом в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Все эти данные у правительства. Арестуют тебя, мама сказать не успеешь. Так все и было. И я понял, почему. Знаете что? Нахер! Задолбало! Мы хакеры! Мы умнее, мы наглее! Разрушим эту сраную стену! Покажем всем, что такое Блюм! Покажем всему миру, что нас лишают свободы при помощи наших же личных данных! Блин! Я оставил бэкдор, так что войдем без проблем. Постой. Чего? Он оставил бэкдор, так что для нас дверь открыта. Точно. Привет. Время есть? Ну да. Сейчас.
Вообще-то поздновато для пробежки. Что, копы догоняют? Или я коп. Эй, а я тебя знаю. Тусуйся. Попингуй недоделанный. Сраный Блюм. А я пойду и буду тусоваться. Алло, это чья труба? Твоя, новая. А старая где? В океане. Ты же ее туда бросил. Не помню. Упоролась. Приходи в хакерспейс. Чё? Проверь фотки на телефоне. Так, блин. Ладно, встаем, блин. Йоу, а у кого это я, а? Отстой. Знатно вчера покутили. Как на Мардигра. Для начала найди новые шмотки, а потом жди указаний. А, и подготовь телефон. Накачай по дороге нужное приложение. Черт, так набраться в первый день. Круто! Ну вообще! Что? Нет. Уйди с глаз долой! Срочно! Нельзя так!
911. Что случилось? Успокойтесь. CTOS вас нашла. Полиция в пути. Хорошо, вы мои листы поменяли. Лучше просто позвонить ему, чем как раньше отправлять бутылку скотча. Я так рада, что Миранду выбрали. Она просто супер. Таких днем с огнем не сыщешь. Мой дядя после этого решил открыться. Он прекрасный человек. Его должны принимать таким, какой он есть. Привет! Заказала я тут лифчик, видите? И, блин, он опять мне не подошел. Который раз? Я присылаю им все мерки, как просят, и все равно не то. Зачем я только их заказываю? А вот брюки, кстати, сели. Ну, зашибись! Ну, вообще, я живу в Ноб-Хилл, если точнее, в Тендер-Ноб. С восточной стороны Тендерлойн, а с западной Ноб-Хилл. Так и получилось Тендер-Ноб. Тут много бездомных, и клуб трансвеститов рядом.